в прохиле тогда будет Ну проблема, какая скорее проблема в всего. Но, по, но прохиле? посмотрим, посмотрим. Ну, там очень сильно хилить надо. Там Так только как нитки надо прохиливать. там 30% в секунду тебе тикает, в 3 секунды тебе тикает. Давайте текущего здоровья. Правосудием света пускай Войд прям с самого начала бьет, чтобы ему это, ну, постоянно бить, чтобы Холипал вообще на это не отвлекался. Ну да, Холипал просто для бафа. Угу, ой, себе. Ой. Я поставил. Здесь еще пашки нету, тогда маны нету. А, ну Корнес тогда может просто это раз в минуту кидать на ману Жаку. Че, касочку? Час. Да, у меня в конце боя будет нормально с маной, все. То есть 100%, имею в виду. Так, подожди, а у нас же есть два разных роста, зачем? Ой, движется нахер. Закинь этих топ ДПС в одну пачку. Я этим занимаюсь, да. Там абдфыкса. Ну давай вот на первой фазе пока. Вот первых двух жуков попробуем вместе. Один раз. Они убьют Донта. Конечно. Ну давай, один единственный травит попробуем. На третьей фазе его точно убьет. Конечно. Это прям очень много урона. Я по незыблемости только выжила. И то недолго. Но если только там Корнес может каплю дать и в бабу выйти. Ну это маловероятно, скорее всего. Да не, это ну слишком много кдшек отдавать на то, чтобы побить мобов одновременно, накрутить. Че, ты ледяную заберешь ауру? Истобаф. Такая мелко убивает. Поставь огурцы, пожалуйста. А, стоят, все. А, появляется и потом тикает, по-моему. Ледяная это? Да. Видно, как ледяная шар. Она сразу же начинает тикать. То есть она как кинулась, сразу тик происходит. Подожди, как? Раз в 2-3 секунды, по-моему, тик. То есть первый тик в секунду 0 или в 3 секунды? Раз в 3 секунды, в течение 18 секунд. Это понятное дело, я тебе не про это спрашиваю. Первый тик у нее в нулевую секунду, как только она на тебя появилась, и вот, в третью. В третью секунду, да? Да. То есть 6 раз она тикает, блядь, по 5000 тут. Вообще по 8. Ну да. Так, ну что, все тут? Хорошо. Все маслицы намазали. Братик выпил, ДБМ ставлю. 5 секунд. 4, 3, 2, я грипну наверх. Войд, на ласт фазе можешь кидать ее. А сейчас что, не надо? Да какая сейчас разница? Сейчас не надо. О, что господи. У нас с контролем второго моба? Нет, вот она не сразу тикает, там где-то секунды две. Надо быстрее собрать. По 7 косарей бьет, короче. А под незыблемостью я пока не почувствовал, без стака, без силы. Быстро да, прохилили. 7,5. Она ну бьет. И вот как вот это прохиливать, если ну. Ну смотри, я должен метки, а ты весь рейд. Ну я с танком точнее. Твои ходи лайтами. Получается так, да. Не, ну просто как тут держать рейд на лоу хп там, да, по 3к, по это, ну, если да, он да, по 7 тикает. Так, ну, уходи, да. Уходи. А куда уходи? Я встану, сейчас уйду. Дайте стану. Да, устану. Значит, вообще не прок. Кто первый боб дает? Ну давай ты. Угу. Не будет же смены цели, думаю. Грипнешь нас? Ну
пришлось тут разлить. Да? Да ладно, все не срывать я сейчас. А в чем вот смысл вот это вот отбежать к этому, к стенке, ну, уже с бопом? И, типа, ну, с бопом уже нету, ты должен бопом быть там. Войт сам по себе, да? Потянуть время, да? Не, ну так все равно можно стоять возле лужи и тянуть время точно так же. Нет, пока она дойдет до тебя. Нет, это если ты бопу стенки ловишь, а по да. до стенки бежать смысла нету. Готовься ловить там еще. Далеко нет. Ребят, по мобам, играйте по мобам, пожалуйста, но у меня тут стаки копятся. Боссом. Снизище не забывай. Здесь сейчас мобы появятся. По боссу играем. Значит, нет, вода, мобов тоже. А, стан, Кронес. Вы хотите сразу перевести? Конечно. Ну мы похоже переводим, да. 2%, 1%. Ты переведем. Маба забираю на себя. Незабываемость отдал. Морта удержите на боссе. Обойдут. Одного давайте контроль. Меточку заберу на себя. Один не будет контролиться, да? А. Только над станом удать будет, когда он будет погружаться. Отпусти его. Страфовый. Стан, благо стоит. Там иннер надо, Карнес? Да, если бы. Нет. Вообще умер. Он встал уже. Свои собственные отдавайте. Че, может теперь по боссу поиграем, просто за контроль? Играйте в босса, бомжи, блядь, не вызвал. Давай, пи***. Стоят. Все хорошо, стоят. Я дал заберу мобу на себя. Я дал смерть. Отлично. Ой, вот это сложно было, блядь. Сделать. Вот это другое. Прикол в том, что сейчас у меня как раз я бил по двум мобам. А у кого-то остались с тех трайв, что мы тогда делали рекаунты там или скада? Да, у меня есть. А ну опять пуха на танка. Линкани. Избыточное исцеление, к примеру. А, избыточное, я сейчас ну, скажу. Ну, хотя это тоже так не вычислить, по-моему, да, получается. Ну смотри, давай, вот это последний трай наш. Точнее, наверное, не последний, вот что первый был хороший. Но... Не, вот первый, да. Линкани просто эффективное и избыточное, вот мне вот интересно. Вот, это эффективное первый? Так, короче, 2 миллиона я почти нахилил. Так. Избыточное, вот. А грудакам сейчас... нужен нам инспект? Мне надо. И тут, ну короче, 5 миллионов. Кому нужно, мы 5 миллионов нахилил, и очень большая часть отхилила Анубарака. А здесь получается лям 600 и избыточного там, ну, короче, в два раза меньше, считай, ну, избыточного, и, соответственно, меньше хилится босс. Смотри, у меня... Блядь, результат отчета.
Вот, это текущий. И избыточная. Ну, факт в том, что, ну, вот за шамана просто, ну, цепуха как бы выбирает только самый сок, который действительно, которого нужно похилить. А вот, ну, вся вот этого дикого ХПСа, который в никуда уходит, только хилит босса нету. Так, а вам мне было сложно поднимать по двух жемков? Да я вообще... Нет, я тебя вообще легко было поднимать. Да, ну, я слушайте, вообще, ну, не напряжу. Давайте так, вот так сейчас и делаю. Два моба выходят, я их на себя забираю, просто прожимаюсь под мобов. Я там отдал незыблемость, отдал тринку на, блин, миллиард армора, вот эту вот штуку. Ладно, которая почему-то это, всех, это, всех это, хейтит. Все, конечно, охуенно, но тебе пуха зачем? А, ну забирай, забирай. Я так, типа, подумал, что здесь никому не надо, и забрал. Конечно, забирай. Трофей нужен, кому я могу отдать? Давай. Не, у меня три штуки есть. Я это на протопало буду блок собирать. Давай, да, держи. Одна ручка никому не нужна, да? Здесь. А, Аптекс, тебе нужна на ПВПшку одна ручка? Нет. Ну и Нейверу тоже она не нужна. Не, вот просто сейчас проанализирую ситуацию. С чего взяли, что мы переводим, ну, переводим его со второй закупки. Точнее, без второй закупки. Сейчас вообще какие-то танцы с бунтом произошли. Все, заебись. Мы можем перевести, мы перевели. Мы... Ну, а почему мы в прошлый раз не перевели его? За одну. Мы его перевели. Мы сейчас по рандому действовали. Нет, это просто не знаю. Ну, с такими пушками нам никогда 55 мы его перевели обычно. Делать. Почему? Просто ДПС прилично. Вот. Ну, просто прилично ДПС стало почему-то. Почему у нас в прошлый раз так на первом трое не вышло? Еще я не знаю, по-моему, мы в мобов играли, а не боссы переводили, потому что мы отпустили босса на каких-то 35-36% закопаться. И еще с Эршамой заметно легче хилить, чем с Эрдроу. Не знаю почему, но я говорю как есть. Ну, я ж тебе говорю, просто, ну, у Эрдроу получается куча, ну, ХПСа, он уходит в, ну, хрен пойми куда. Ну да, да, да. Вот это и, ты прохиливаешь всех. И всех дамажит. А тут ты прохилишь тех, кого, ну, нужно. Да, тут цепуха просто прохиливает. Ну, сама выбирает, сама хилит. Ну да, да, все важно. Она ж не выбирает, поэтому, ну, на хвате действует. Ну и тут и щиток, короче, он тоже тикает и чуть-чуть там держит всех на плаву. Еще и... Дон, спускайся в клаку, я тебе лицо ломать буду. Ладно, вопрос на засыпку. Еще и ВК есть у кого-то желание идти? Или... А, да.